Бразилия, Амазонка, Южная Америка. Вот тут у меня дома целый африканский континент с обоими его побережьями. С одной стороны, западное побережье африканского континента с ктинопомами. Вон там плавает ктинопома. С другой стороны, другое побережье с илистыми прыгунами на морском побережье. А посредине низовья реки Конго с тетрами Конго и с джунглями. Джунгли Конго. Друзья, вы не представляете, как приятно сидя за компьютером и глядя на вот этот вот полюдариум, видеть, что в нем есть жизнь в сухопутной зоне. Кто-то там копошится в джунглях. Я сейчас слегка прикормил в последнее время крабиков. И вот карнавальный крабик, как обычно, пришел на кормушку. И пришел на кормушку детеныш, мелкий крабик. Вот он тут сидит на коряжке, кушает потихоньку. Редкий момент. Сейчас на кормушку пришли два краба. Взрослый и малек, детеныш. Вот справа мы видим взрослого краба под листиком. У него оранжевая спинка. А вот здесь вот на мхе сидит малек с серенькой спинкой. Очень редко их вижу вдвоем. А если быть совсем точным, то одновременно двоих я вижу впервые. Еще были сомнения, что крабы разные. Теперь сомнений не вызывает. Это два совершенно разных краба. Взрослый краб и краб-детка. Сейчас крупный краб выполз на кормушку, а мелкий забился в уголок. Вон там копошится. А это взрослый краб сидит на кормушке. Вот взрослый краб. Вон там под листиком малек копошится. Сейчас ясно видно, что у маленького крабика спинка не оранжевая, не красная, а пестрая. Пришел покушать. И этот крабик появился в моем полюдариуме, это точно. Родился здесь. Приятно осознавать, что и в этих джунглях есть какая-то жизнь, какое-то движение, что это не безжизненное скопище растений, а живые, настоящие джунгли.